Мясо – основной ингредиент рационного питания каждого казахстанца. Однако потребляем мы намного больше, чем производим. Недостающий объем пополняют Россия, Беларусь, Бразилия и даже Австралия. Для наращивания объемов мясного производства в нашей стране работают государственные программы, которые помогают не только увеличить количество, но и улучшить качество продукции. Здравствуйте! Сегодня мы в деталях расскажем, как в Казахстане выращивают племенной скот и какое мясо лучше всего употреблять в пищу. Спортивный зал – это то место, куда люди приходят за красивыми формами и хорошим тонусом организма. Для них слагаемый здорового образа жизни, регулярные тренировки и употребление в пищу только необходимых организму продуктов. Одни из самых просвещенных о здоровом питании – профессиональные спортсмены. По словам тренера Дмитрия Загоринского, в рационе человека должны быть разные продукты, в том числе и животные жиры. Мясо дает хорошее содержание белка, да, то есть то, что является строительным материалом для наших мышц. Опять же, есть момент калия, да, то, что полезно для сердца и сосудов. Есть элемент магний, который будет хорош для нервной системы, то есть для спортсмена это будет очень важно. Есть витамины группы В. Витамины группы В вообще, они участвуют в синтезе всех белков, жиров и углеводов. Моя рекомендация, как человек, который ведет здоровый образ жизни, да, и питается правильно, если вы употребляете мясо, старайтесь есть побольше овощей. Главное, чтобы это были натуральные продукты. Многие даже не догадываются, что им на стол попадают деликатесы из смеси химикатов, красителей и усилителей вкуса. Консерванты чаще всего доставляют из других стран, так как это быстро портящийся товар, который во время транспортировки может попросту прийти в негодность. А вот мясо, которое произведено в нашей стране, в такой обработке не нуждается. Именно поэтому оно пользуется огромной популярностью. Тем более в Казахстане стали производить продукты, которые раньше можно было достать только за рубежом. Пять лет назад в Акмолинскую область завезли 1200 коров из Канады и Америки породы Герефорд. Цель – разводить племенное хозяйство. Закупом помогла компания «Казагра». У государства животноводы взяли 1,5 миллиарда тенге на строительство помещений, закуп специальной техники и пастбищ. Сейчас в подворье в два раза больше голов. Здесь занимаются разведением и выращиванием чистопородного скота. Видите, какие условия? Главное, чтобы сухо было, не было сквозняка и корма. Все. Да, в экологически чистых условиях. Это же, мы должны же думать о будущем наших детей, все. Не есть вот эти окорочка из-за границы мясо завозить. А это экологически чистое мясо, во-первых, для здоровья. Во-вторых, очень вкусное, качественное мясо. У каждого животного есть свой ветеринарный паспорт, так как на продажу выставляют только здоровый скот. Отсюда породистое поголовье развозят по регионам в другие крестьянские хозяйства или в частные подворья. По государственной программе выдаются внушительные субсидии. Например, если один бычок стоит 300 тысяч тенге, половину суммы оплачивает государство. Только за прошлый год племзавод продал около 400 голов на сумму 90 миллионов тенге. Наша цель какая? И вообще по государственной программе, чтобы в подворьях даже где-то у людей был не такой скот, какой-то низкопородный, который очень много затрачивает кормов, а отдачи нет никакой. Нам нужно, чтобы был у нас и в хозяйствах, и везде чистопородный скот. Вот порода Герефорд одна из лучших пород в мире. Она, вот эта порода. Потому что вот телята рождаются 30, 35, 40 килограмм. К 8 месяцам они уже достигают 250 килограмм. У них очень большая энергия роста. Они очень хорошо адаптированы к нашим условиям. У породы Герефорд, если вот на срезе взять мясо между волокнами, мясными волокнами, мышцами, содержится прослойки жира. Поэтому мясо очень вкусное, хорошее, качественное и пользуется очень большим спросом. Прежде чем попасть на прилавки магазинов и в рестораны, такое мясо проходит специальную обработку, чтобы оно стало мягким, полезным и вкусным. Существуют две технологии – влажное и сухое созревание. В нашей стране в прошлом году начали применять сухое, которое называется dry age. У нас более кропотливый, сложный, связан постоянно с наблюдением, с отслеживанием, с мониторингом этого процесса. И процесс весь живой. Сухое созревание дает главное –
критерий, который человек должен, употребляя мясо, это получать чистый продукт, это протеин, это раз, не разрушенный под действием кислот и щелочей, когда маринуется мясо. И второй момент, это главное получение нежности. Процесс подготовки мяса нашего комбината начинается с камеры созревания. К нам приходит отруба в охлажденном виде. Мы закупаем 6-ю, 7-ю часть бычка породы Герефорд. Созревание идет 21 день. Вот так выглядит наш отруб. Он хранится в специальных температурных режимах, чтобы сохранить все его полезные вкусовые качества. Сохраняются полностью аминокислоты и белки, необходимые для жизнедеятельности человека. Здесь наибольшее количество протеина. Если вы утром, к примеру, позавтракаете одним стейком, вам на весь день хватит. Стейки разрезают специальной пилой. Ширина куска не более 3 сантиметров, чтобы мясо хорошо пропекалось во время приготовления. Вы видите наличие небольших производственных жировых, вот можно сказать, дефектов, которые мы на следующем этапе производства отделяем, чистим отруб и приводим его уже в готовое состояние, которое можно вакуумировать. После первичной и вторичной обработки наш стейк, рибай в данном случае, проходит процесс вакуумирования. Аппарат для вакуума необходимую температуру набирает. Это необходимо для того, чтобы сохранить все полезные свойства. После этого стейки сразу же отправляют в морозильник-шокер, где они охлаждаются в течение 20-30 минут. В замороженном виде вакуумированное мясо может храниться до года. Если пленка деформировалась, съесть его лучше в течение недели. По словам владельца мясного цеха Азамата Шалмагамбетова, весь процесс проходит под постоянным наблюдением специалистов и ветеринарных врачей. Каждый кусок мяса проверяется на всех этапах обработки. Оно в первую очередь проверяется это на входном контроле. Первый входной контроль – это в процессе выращивания его, этого мяса, так скажем, как правило, так как животные очень дорогие, каждая туша клеймится, как это знаете, на каждой стоит клеймо, номер, откуда оно вышло, при каких-то, скажем, условиях. И есть врач производственного контроля, который за всем за этим следит. Далее мясо отправляется в магазины и рестораны, где знают, как приготовить хороший стейк, в котором сохраняются все полезные и вкусовые свойства. Прежде чем приготовить хорошее мясо, его надо подготовить. То есть подготовка у нас займет совсем немного времени, потому что мясо свежее, вот оно очень мягкое, богато жировыми вкраплениями, что мы называем мраморностью, вот, и находится на ребре. Кость дает еще определенный вкус мясу. Для начала мы слегка подрежем вот эту часть. Около ребра. Для чего? Для того, чтобы жар проходил равномерно. Соль, перец, другие пряности, растительное масло. Все должно впитаться в мясо. Мясо хранится, или как говорят, вызревает в специальных камерах при определенной температуре и циркуляции воздуха. И, как говорят, созревает и теряет при этом до 20% лишней влаги. Готовят стейки на специальном гриле на углях, в домашних условиях на обычной сковороде. Сначала по 1 минуте с каждой стороны, чтобы сок остался внутри мяса, а после по 5 минут до готовности. При термообработке, при жарке, мы получаем мясной сок, иначе говоря, по-научному это миотин. Он содержит в себе очень много железа, а железо очень полезно для нашего организма. А сами мышцы и само мясо – это чистейший белок. Хотя бы раз в неделю полезно употреблять такое мясо, тем более с нашим суровым климатом. Когда мясо готово, его выкладывают в заранее разогретую в духовке тарелку, где оно должно полежать 4 минуты. К нему добавляют розмарин, немного чеснока, свежего салата. И только после этого готовое блюдо подают на стол. Экологически чистая еда – залог здоровья целой нации. Развитие животноводства в нашей стране – один из главных приоритетов на сегодняшний день. Благодаря государственным программам численность поголовья крупного рогатого скота увеличивается в разы. Не снижая темпов производства, уже в ближайшие годы мы сможем самостоятельно обеспечивать население отечественным мясом и даже выходить на мировые рынки с крупными партиями. Смотрите нас на сайте на телеканале 24 KZ. С вами была Лаура Кунекова. Все самое актуальное, подробно, в деталях.